Поймали с поличным. В Чебоксарах задержали молодых людей, которые занимались сбытом наркотиков. 24-летние мужчина и женщина приобретали наркотики в интернете, затем закладывали их в тайниках. В рамках расследования уголовного дела следователи изъяли около 19 граммов наркотических средств. Суд приговорил чебоксарца к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а его подельницу – к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.